В 12-й раз на базе Анат Кинярской средней общеобразовательной школы Чебоксарского района прошли соревнования по лыжным гонкам памяти выпускников учебного заведения, капитана ФСБ России Леонида Ильина и рядового российской армии Анатолия Лебедева. В этом году на старт вышли более 100 лыжников в 12 возрастных группах. Репортаж подготовлен пресс-службой УФСБ России по Чувашской республике. 9 классов Анат Кинярской школы Леня Ильин закончил в 1986 году. Потом были успешные учебы в Мариинско-Посадском лесотехническом техникуме и 2 года службы в армии на Среднем Урале. В органы безопасности он пришел в 1993 году. Через 10 лет был откомандирован в Чеченскую республику. 15 апреля 2005 года в ходе проведения контртеррористической операции в городе Грозном капитан Леонид Ильин погиб. Посмертно герой награжден орденом мужества. Такой же награды удостоен еще один выпускник школы, рядовой Анатолий Лебедев, погибший в бою под Грозным в 2003 году. В память о героях-земляках в Анат-Кинярах ежегодно проводятся лыжные гонки. На этот раз на старт вышли не только местные детвора и жители разных возрастов, но и школьные команды Чебоксарского и Маргаушского районов. Мы рады, что у нас сегодня будут участвовать в соревнованиях не только дети, но и взрослые. Эти соревнования, они непростые, а это память наших погибших выпускников. Ильина Леонида и Лебедева Анатолия. В наших сердцах они будут всегда. Они служили, отдали свои жизни нашей Родине такими мероприятиями. В память о них мы будем возрождать их жизнь в наших детях, в наших внуках. Их жизнь продолжается в нас. Приходящие кубки соревнований завоевали команды Салабай Касинской общеобразовательной школы Чебоксарского района, Калай Касинской средней образовательной школы Маргаушского района и коллектив физкультурно-спортивного общества «Динамо». Победителей в личном зачете ждали призы организаторов гонок, спонсоров и памятные подарки от ветеранов органов безопасности. Заряд бодрости и хорошего настроения получили все участники соревнований. А это залог того, что в следующем году на традиционную памятную лыжню в Анат-Кинярах выйдут еще больше любителей спорта.